Но у меня есть еще одна песня, которую я редко пою. Называется она «Что с нами происходит?». Собственно говоря, так называлось произведение и называется произведение Василия Макаровича Шукшина. Небольшое, которое не потеряло, собственно говоря, актуальности. Сегодня это произведение вы прочитаете, а песня была написана аж в 2004 году. Происходит с нами, долго ответа нет.